социально-педагогическом центре продолжается ремонт кровли здания. Как отмечают сотрудники учреждения, работы планировали провести давно. И в этом году власти муниципалитета выделили деньги на реконструкцию крыши. Специалисты работают с середины июля. И, как отмечает директор учреждения, со всем справляются и успевают в срок. Наш подрядчик Марченко Александр Леонтьевич очень хорошо организовал эту работу. Ребята, работники в течение всего дня и до позднего вечера находятся на своих объектах. Все четко организовано. И нас вот это очень радует, потому что мы не могли начать раньше ремонт. Мы выполняли муниципальное задание по организации летнего отдыха детей. Сейчас детей нет, и они могут работать в течение полного времени, полного дня. Большая часть работы уже выполнена, несмотря на то, что прошел еще маленький срок. И мы надеемся, что к 1 сентября мы сможем начать полноценную работу. Если работы к 1 сентября не закончат, педагоги готовы принять детей в онлайн-формате. СПЦ ждет воспитанников. Специалисты провели генеральную уборку во всех кабинетах, покрасили конструкции, побелили стены. В июне и в июле центр функционировал как лагерь с дневным пребыванием. Сейчас педагоги ведут работу с неорганизованными детьми. Действуют две программы – «Сказка гуляет по свету», «Изучение английского языка» и «Лето без интернета». Преподаватели проводят их в игровой форме. «Лето без интернета» организовывают во дворах микрорайона. На сегодняшний день насчитывает программа уже 30 ребятишек. Ежедневно мы проводим с ними различные игры. И в этом году программа предусматривает знакомство с играми народов мира. То есть каждый день это, предположим, Франция, знакомство с бытом народа и детскими играми, которыми играют ребятишки во Франции. Предположим, Англия, Австралия и так далее каждый день. Ребятишки присоединяются, мы проводим в разных дворах на территории нашего микрорайона. Всем очень нравится. Всю свою работу мы размещаем на сайте нашем официальном, в Инстаграм учреждения. Ну, таким образом проводится работа в летний период. На базе социально-педагогического центра действуют 11 объединений. Все они направлены на развитие различных навыков у детей. Например, «Лучика-почемучка» для малышей от 5 лет, раннее развитие ребят и подготовка их к школе. Веб-конструкторы, сайтостроение, дизайн, технологии для подростков. Ментальная арифметика, обучение устному счету. Здесь разделение на группы от 5 до 7 лет и от 8 до 12.